Сосгород, сквер на улице Гончарова. Рядом 23-я школа. И, по всей видимости, ученики вышли на субботник и аккуратно сгребли осеннюю листву. Казалось бы, хорошее дело, но такая уборка оказывается природе не на пользу. Листву убирать нет необходимости. Особенно это делать именно способом подгребания к деревьям. Вот, то есть это может привести к тому, что повышенная влажность формируется у ствола, и гнилевые процессы могут начинаться. Экологи утверждают, что такая уборка вредна не только для почвы, но и для всей экосистемы. Осенние листья, разлагаясь в почве, добавляют в нее минеральные и органические вещества, накопленные за лето. Поэтому экологи просят при генеральной уборке осенью не наносить вред паркам и скверам. Упавшие листья в этом случае не мусор. По городским правилам благоустройства их разрешается убирать во дворах и вдоль городских магистралей, но при условиях не складировать к деревьям и бытовым отходам, а вывозить. Арина Макарова, Анжелика Барвинок. Наше время.